Привет всем! Привет. Мы с Любочкой приехали в шикарный ресторан. Я ее привезла показать ей ресторан на Марине, то есть на воде. Называется он Outriggers Tiki and Grill Bar. Давайте покажем, посмотрим, и покушаем. Любочка тоже с удовольствием позырит. Мы вроде как с ней на диету сегодня сели, но не получится, видать. Давай, пошли. Итак, идем туда, вот где девочки туда зашли. Идем туда. Здесь очень интересная, красивая территория. И знаешь, чем здорово сейчас? Тем, что сегодня понедельник, и народу мало. И ты выберешь любое место, где ты хочешь сидеть. Это, кстати... Это не на солнце. Не на солнце, нет. Вот, посмотрите, как здесь. Такие пальмочки интересные. Да, Люба? Ага. Как здесь это тебе? Мы сюда ходили с нашими банковскими работниками однажды. Я показывала уже. Ну ничего, покажем еще раз. Видите? Можете погуглить. Outriggers Tiki Bar and Grill. Entrance. Вход. Травка это похожа на травку. Очень похожа на травку. Здесь можно, если ты объешься, то придешь здесь поваляться. Видишь, какой лист. Здесь тишина, покой. Смотри, какой лист. Лист. Лист такой. Ну как лист такой, да. Ну что, заходим. Давай посмотрим вокруг. Видите, какой ресторанчик. Он не шумный сейчас. В тот раз, когда мы снимали, был очень шумный. Посмотри, как здесь красиво. Здесь можно фотографироваться. Здесь можно сидеть, вот заказать напиток и сидеть на этих стульчиках, смотреть на катера. Романтично. Да. Такие большие. Это катера. Яхты. Яхты, да. Очень здесь симпатично. Ну что, где мы там посидим? Вот там с тобой. Да. Там нет солнца. Барчик. Можем в барчике посидеть, можем здесь, где хочешь. Барчики шумные. Да, ну давай. Вот видите, у нас Люба на фоне яхт. Yes, все, пересаживаемся, никак не можем усесть. Да. Так, ты уже здесь была, уже знаешь. А сзади нас такой вид, я не знаю, видно или нет, честно говоря. Я уже была один раз только, поэтому... Ой, сейчас посмотрим, что будет. Давай выбирать уже было. Как у тебя самочувствие после отличное. Уколов? Люба у нас после уколов, на ее канале смотрите, как ей делали уколы. От сих до сих. И даже руки накололи. Будут теперь у нее руки, как у Крюгера. Крюгера. Ну-ка, Люба, покажи, что у нас тут есть. Good, thank you. When can I get y'all started to drink? Видите, какая девочка хорошенькая, молоденькая, нас обслуживает, стареньких двух. И какой? Чего ты, Любочка? Рыбу. Рыба. Фиш. А, это fish and grilled cake, fish and waffle, island style. Не хочу big plates. Все равно будет big plates, нет? Нет. Я хочу маленький plate. О, даже приносите рыбу, мы вам приготовим. Ага. Рыбу сюда можно свою принести, и вам ее еще приготовим. Да, да, да. Представляете? На 15 вот человек. Ага. Интересно. А на той стороне что? Здесь такос. Taco Bell's я не хочу, закуски тоже. Ты не любишь такос? Нет. Тики такос это маленькие, значит, 4 яич. Ну как же там, да. С рыбой, со свининой. Ты что, такос закажу? Не знаю, можно? Для разнообразия, по крайней мере, там разное что-то. Ты что-нибудь другое, может, закажешь?
Игорс. Не знаю. Игорс, Флорида, Кав. Надо читать, что внутри. Хэм, хардбойл эгг, свит пис, бейкон, вот авокадо. Такие, наверное, вот такие наборы. Наборы. Вот принесли нам такос. Любе принесли с рыбой и с курицей, а мне принесли с рыбой и с креветками. Вот по две такос мы сейчас скушаем. Ну что, аккуратненькие такие блюда. Очень аккуратненькие. Да, и свеженькие. Да я переживаю. Спасибо, Наташа, и тебе приятного аппетита. Спасибо.